Меня всегда увлекает момент зарождения чего-то настоящего, долгого, нового. Некий он, она, некий, вообще какие-то там проекты, какие-то там люди, судьбы. И это зонтик, ну, разумеется, он символ. Он просто прикрывает их, может быть, подчеркивает то, что они вдвоем, и то, что вокруг. Там листья, неважно что, космос, пространство, миры, миры. Им нет до этого дела. Они вот друг с другом сейчас что-то решается важное, что-то большое. Более того, даже не сильно зависящее от них. Это где-то там предрешено. И вот, вот буквально он сейчас руку из кармана вытащит и ее обнимет. Она уже вот, вот в такой позе, когда она не отстраняется, она задумалась, и она понимает, что что-то такое вот чувствует. Не понимает, чувствует. И этот вот, вот эти все их ветер их вокруг так завязывает коконом. Потому что, ну, не бывает случайности. Но все же, ну, люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Вот. И когда спрашивают, что это за она беременна, нет, это, ну, если угодно, кому-то это важно, да, это, так сказать, беременность – это признак плодородия, ничего плохого. Но это ветер, это порывы, их просто друг другу, этим порывом ветра их просто, ну, они вот встретились. А он к ней прижался, он чувствует дыхание ее волос. Он что-то думает, она не отстраняется, она тоже к нему прижалась. И вот этот ветер, для них он теплый, может быть, на улице минус, может быть, не имеет значения. И этот шарф – это такой символ, шлейф, который вот он вокруг них так по спирали закручивает, приближая их. Потому что, ну, так вот, там, мне кажется, так и происходит в жизни, люди встречаются, и вот какая-то тяга, какая-то сила их сближает. А идет движение, вот и порывы ветра, и каждую секунду все меняется. И это просто как выхватил из какого-то, так сказать, вот из этой вот картины жизни момент этот. Ну, собственно, художник это и может сделать, что-то взять и зафиксировать. И мне кажется, что наиболее важный момент именно вот, так сказать, именно этого волшебства, которое дальше определит на многие, на какой-то долгий период времени их отношения. В принципе, ну, откуда эта работа? Она, конечно, так сказать, вот у меня сейчас дочь просто переживает в течение последнего времени именно этот процесс. Я его наблюдаю воочию, я вижу, как люди себе не принадлежат. Это какие-то силы, какие-то вещи, какие-то вот, вот не было, и оно появилось. Причем оно постепенно, оно как-то менялось. И все время эти отношения, они живые, они, так сказать, там как-то пульсируют, как-то они вальсируют, они там что-то с ними происходит. Я просто вижу, как вдруг оно меняется, ракурс, и, ну, это чудо, это сказка, это крылья, это, ну, пожалеть людей, у которых этого не было, ведь это же просто какая-то, ну, действительно Божий дар. И там любовь, не любовь, я боюсь таким словом тут бросаться, это время покажет, что это, но так или иначе, погода, какие-то новости, большие, хорошие, маленькие. Это все становится мелким по сравнению, это важно, им не расстаться. И они под этим зонтиком вот крутятся, и, ну, и хочется пожелать удачи, да, это вот, собственно, дочери 23 года, и поэтому как раз это тот момент, когда рисовано с натуры.